Главы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn Gruppe и концерна Siemens Löscher подписали контракт на 6 миллиардов евро. Siemens должен разработать и выпустить новое поколение скоростных поездов ICX. Со временем Deutsche Bahn собирается полностью обновить подвижной состав скоростных поездов дальнего следования. Вся партия будет изготовлена в Германии. «Мы гордимся этим», — говорит глава концерна Siemens. «Это создаст в Германии более 7500 рабочих мест». Новые модели скоростных поездов, вы видите, анимационные изображения, будут более легкими и надежными, чем их предшественники. Siemens предоставил железнодорожному концерну обширные гарантии. Теперь снежная зима или жаркое лето не должны выбивать немецкую железную дорогу из колеи. Мы сможем предложить велосипедные отсеки, семейные купе, а также подъемные лифты, с помощью которых люди с ограниченными возможностями смогут сами садиться в поезд, рассказывает глава Deutsche Bahn Gruppe о дополнительных удобствах новых поездов. Первые поезда нового поколения ICX появятся в Германии в 2016 году.